Слухи о том, что в 6-м микрорайоне появится выезд на трассу М4 Дон, пошли уже давно. А когда в 2017 году определились инвесторы и начался процесс проектировки объекта, жители с облегчением вздохнули. Но люди не ожидали, что процесс затянется. Инвесторам пришлось несколько раз менять подрядчиков. Это и стало причиной задержки. Да и участок, как оказалось, непростой. Улицы в 1400 метров, с множеством пересечения коммуникаций, с множеством пересечения свалок, оврагов, речка, границы участков, которые не выведены под в красных линиях, это участок собственников, то есть пока решался вопрос с собственниками земель. Но все эти трудности удалось решить. Сегодня на участке работает порядка 25 единиц техники. Представители компании-подрядчика утверждают, процесс не останавливается даже в плохую погоду. А застройщик обещает, что к концу этого года здесь уже будет что-то более похожее на привычное понимание о дороге. По словам представителя компании-застройщика, на следующей неделе работы стартуют на участке дороги от Донбасского моста по одноименной улице. В середине октября на отрезке от улицы Калиновой начнут класть первый слой асфальта. И если погодные условия позволят, то до конца года на всей протяженности улицы положат и финальный слой дорожного покрытия. Непростой этап строительства предстоит вокруг реки биться. Это довольно-таки очень трудоемкий, сложный процесс. Это заключение русла речки Бицы в коллектор. Коллектор уже заказан. Коллектор – это как отдельное техническое сооружение. Оно очень большое. Порядка 2 месяцев займет работы по установке трубы и заключению речки Бицы. Параллельно со строительством дороги ведутся работы по созданию вдоль улицы тротуара, установке бордюров и столбов освещения. После завершения всех этих этапов начнется процесс озеленения территории. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.